В городском округе Люберцы начались плановые отключения горячей воды в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры. До 29 мая горячее водоснабжение уже отключено на улице Калинина в Малаховке. В среднем микрорайоны городского округа будут находиться без горячей воды по 2 недели. Это необходимо, чтобы остановить котельные и провести их профилактику, отремонтировать тепловые станции и центральные тепловые пункты, а также проверить сети и переложить трубопроводы. Эти работы пройдут не только в жилых домах, но и в школах, детских садах, больницах, поликлиниках, магазинах и административных зданиях. Уточнить даты профилактического отключения любой житель сможет на официальном сайте администрации Люберецкого района. Луиза Егязарян, телеканал ЛРТ.